Одинцовские волонтеры провели экологическую акцию в поселке Внеисок. В рамках текущей работы по реализации проекта «Чистая страна» участники субботника очистили от мусора территорию, прилегающую к местному пруду, и парковку у дома номер 25. Также участники акции вместе с волонтерами «Единой России» с помощью спецтехники собрали сухие ветви деревьев и кустарников, а затем вывезли их.